очень для меня важная коллекция в моей жизни, потому что я впервые создала все, начиная от кружев до вышивок, до тканей, все создавала авторски. Это совместно с французским текстильным домом. То есть ни единого платья вы не найдете в мире, потому что все авторское. Для меня это огромный шаг, я к этому шла 5 лет. И вот в июле я эту коллекцию презентую, это весна 2014 года, и даже по заказам всего фэшена первые эти коллекции презентуются первой сессии в июле месяце. Но я вот для Украины решила сделать такое исключение, я впервые ее показала здесь своим гостям-клиентам. И вот 6 июля я везу эту коллекцию на выставку «Прада-Порте» в Париже. Себе самый нелегкий путь, потому что мне теперь, раз уж я задала тенденцию удивлять какими-то нестандартными показами, ее нужно продолжать. И что же делать в следующий раз, я теперь уже не знаю.